Друзья, всем привет из Галамарта. Давайте пройдемся по посуде. Конечно, я все не смогу показать, но просто пробежимся, посмотрим, что здесь есть. Вот такие штофы по 115 рублей. От Паша Бахче декантеры вот такие по 700 миллилитров, 221 рубль. Есть еще контейнеры. Похожие были в Маяке, вот совсем недавно снимала, но смогла найти цену. Стеклянная емкость и пластиковая крышка. 137 рублей. Друзья, смотрите, узнаете стаканчики? По-моему, такая серия есть Фикси. Здесь они стоят 94 рубля и 99. Так, и вот такой стакан очень красивый от Паша Бахче. Красивая форма у него. И рисунок 109 рублей стоит. Ничего страшного. И вот смотрите, какие оранжевые яркие стаканчики Enjoy от Паша Бахче, тоже по 115 рублей. Очень много детских стаканов с мультяшными вот героями. Тут, по-моему, история игрушек, 125 рублей. Наборчики стаканов, 6 штук в наборе. Так, 983 рубля, красивые, голубого цвета. И вот эти классные, ягодный цвет, тяжелые они, толстые, такое стекло. 221 рубль такие стоят. Стеклянные кружки с ручками тоже, по-моему, такие были в Фиксе по 74 рубля. Скидок много на посуду от Люминар, вот такую стеклянную. Тут салатники, пиалы 169 рублей в основном, и по 79 рублей это вот такая вот пиалочка. И посмотрим вот такую посуду. Так, это опаловое стекло по 139 рублей. Есть вот такие по 190 рублей. Блюдо большое, пиалы по 159, ну вернее салатники даже. Здесь еще чайников очень много различных. Ну, цену вы видите. Вот это такой интересный чайничек. 2039. Очень много френч-прессов. Просто глаза разбегаются разных форм. Здесь вот есть даже такие квадратные, симпатичные смотрятся. Такие по 689 рублей. Очень много скидок сейчас здесь. Есть вот такие в металлическом стакане 835 рублей. А вот этот вот чайничек, смотрите какой, это по 709. И есть совсем небольшие разных цветов по 169 рублей. Кофемолочка ручная по 919, прям произведение искусства, смотрите, классная. Так, турки различные по 631. Вот это очень красивая. Смотрите, какая классная. Такая по 1206, которая поменьше, даже побольше стоит. 1068. Ой-ой-ой. Красивая. Наборы ситечек, 3 штуки в наборе, разных диаметров, 139 рублей. Красивые большие кувшины для воды, стеклянные, 449 рублей. С таким рисунком по 229. К этой серии есть еще баночки по 129. А вот эти вот по 178.
такой с овушками по 192. Серия черная Kitchen по 189 рублей, по 179. Банки для сыпучих продуктов с крышкой, вот такая крышка пластиковая, 178 рублей, 0,850 миллилитров. Так, есть еще вот такие, такая вот серия. Так, они сейчас по 169 рублей, но тут прям остатки уже остались. То есть последние не получится наборчик уже составить. Ну, тут только если две баночки купить, вот в зеленом, например, цвете. А вот эти поменьше, по 119 вообще. Кружки, такие коты, по 159. Вот это симпатичная очень кружка. Смотрите, какая. Экспресса. Здесь коричневая внутри и ручка коричневая. Так, получается она 179 рублей, 380 миллилитров. Вот это тоже необычный цвет такой. Он матовый, красивый. Такая голографическая белочка, яркая. Здесь 340 миллилитров. Это керамика. Стоит 252 рубля. Вот это очень старая серия котов. Такая йога. 144 рубля. Вот это достаточно симпатичная кружка. Видно, что тут ручная раскраска ее, вот смотрите, все такое неровненькое. 139 рублей такая стоит. Так, есть большие вот такие пивные кружки, 349 рублей. Вот такие, но это уже стекло идет, очень тяжелая такая. Сейчас посмотрим. Кружка 500 миллилитров, 169 рублей получается, что ли. Да, вот такая, 169 рублей. Это очень как бы недорого, мне кажется, можно сказать, совсем недорого. И смотрите, какая милота, кружка с блюдцем квадратная, такая стоит 239 рублей. Это чайная пара, наборчики. Есть еще вот такая по 239. И, кстати, вот из этой серии раскрас есть вот такая отдельная кружечка. Тоже классно смотрится. По 196 рублей. Да тут можно прям все собрать. Вот такой салатник из этой же окраски, 155 рублей. И большие тарелки для подачи. В общем, они там по 156 рублей и по 155. Вот такие есть, 166 рублей. Вот такая тарелочка глубокая, плоская, небольшая по 156. И вот такая большая по 249. Очень много цветного стекла. Вот такие стеклянные тарелочки по 171, например. От Паша Бахче. Вот такой принт красивый. С оливками по 178. Вот это красивая. Тоже со штрихами. Сейчас показать вам. Штрихи у нее такие. У меня тут чуть-чуть искажает. Но вот на большой тарелке видно. Так, 137 рублей. Вот такая маленькая стоит. И большая по 158. Скидочка на вот такой салатник. Он остался, по-моему, две штучки здесь осталось. По 149 рублей. Очень глубокий. Тяжелое стекло такое. Вот, и смотрите еще какие скидки. Вот на такие тарелочки. По 149 рублей они.
опять акции по 9 августа включительно. И вот на такие тарелки еще салатники глубокие. Так, два цвета здесь 169 рублей. Кружки по 89. Очень много всяких сопутствующих здесь. Вот такая, например, лопатка по 89 рублей. Ложка 89. А вот такая вот лопаточка 74 рубля. Овощерезка со сменными насадками сейчас стоит 309 рублей. Стоила 441 рубль. Так удобно, наверное, быстренько салатик порезать. Так, вот такое сито металлическое, 135 рублей сейчас. Ветчинница. Так, она 549 рублей стоит. Вот это сито по 55, диаметр 14 сантиметров. В общем, много-много всего. Так, и вот еще вижу что-то по красной цене. Это наборы салатников. Они металлические, с пластиковой крышкой. 14 сантиметров, 16 и 18 в диаметре. Вот такой вот наборчик стоит сейчас 679 рублей. Кстати, здесь есть пельменница. Ну, она такая легенькая, она хоть и металлическая, но такая себе легкая, не такая, как советская, знаете. Так, она стоит сейчас 329 рублей. И вот такая металлическая ретро-мясорубочка 879 рублей. Интересная. Ну и есть даже насадки, решетки для мясорубки вот такие. Правда, большие тут отверстия по 49 рублей. В общем, много полезных вещей, знаете, мелочевки, которая нужна. Вот такая пресс для чеснока, такой нержавеющая сталь, 279 рублей. Маленькие воронки тоже пригождаются, 49 рублей. Что-то тут еще вижу такое. Так, тоже пресс для чеснока по 219. Вот такой вот большой, прям красный. Много разных ножей. Вот самый обычный ножик, например. Вот такой, 19 рублей. Есть по 39, есть вот такой по 69. Мастер. Ручка пластиковая здесь по 85, ну, в зависимости от размера ножа, от ширины лезвия, вот цена, конечно, отличается. Вот этот 99 рублей и вот такой большой широкий кухонный нож 149 рублей. Вот такой вот. Так, что здесь еще интересненького такого есть? Тут полно, конечно, всего. Глаза разбегаются. Контейнеров очень много. Вот такие, например, для заморозки. Маленькие, три штучки в наборе. Здесь есть шкала деления. Вот 0,330 мл. Три цвета, 63 рубля. Три штучки. Есть еще вот в таком цвете. Но это тоже побольше идет. По 106 рублей. Такой вот, например, еще контейнер. Герметичный 100% нам обещают. Он тут один, что ли? Нет, здесь набор контейнеров 5 штук. 535 рублей. Вот видите, на сколько миллилитров здесь. Такой вот, например, контейнер по 139 рублей. Вернее, по 109, а по 139 там вот этот вот узкий. Сейчас. А вот такой.
есть, конечно, тазики с крышкой, цвета тут в ассортименте. Вот такой очень красивый лавандовый цвет. Смотрите, какой классный. По 179 рублей они стоят. И есть еще вот такой, но это уже идет наборчик, 483 рубля. Здесь 1,2 литра, 2,1 и 3,2 литра. Три штуки в наборе. Вот к этим вот мисочкам есть в таком же цвете стаканы. По 96 рублей. Тоже красивый очень цвет с крышками. Ну, есть тут по скидочкам салфетки. Это вот такой полипропилен, по-моему. Это вот материал такой. Арбуз, смотрите. Лимон. Такие по 129 рублей. Есть вот такие. Материал тот же самый по 109 рублей. В общем, разные. Смотрю, уже разбирают. Вот такой цвет. Тоже красивый. Ну, а вот эти вот вообще идут по 25 рублей. Вот такие салфеточки с фламинго симпатичные. Здесь разные расцветки. Продается здесь большая мантоварка. Вот такая на 4 яруса. 30 сантиметров в диаметре. Нержавеющая сталь. 3667 рублей. И целая грядка сковородок всяких разных. Опять же, сейчас тут акции проходят по 9 августа. 999 рублей вот на сковородочку. Вот на такую, я так понимаю, оникс. 26 сантиметров в диаметре. В общем, много их тут разных. Я их озвучивать уже не буду. Так, есть по 1179 рублей. Это вот такая вот от Сатоши сковородка. 28 сантиметров. Естественно, они все с антипригарным покрытием. Все такое. Так, вот эти вот цветные тоже симпатично смотрятся от Сатоши. 24 сантиметра. Смотрите, есть такой цвет. Голубой. 1600 рублей. Без рубля. Вот этот вок от Сатоши, 30 сантиметров в диаметре, стоит 1279 рублей. Есть сковорода гриль, тоже Сатоши, 26 сантиметров. И сейчас будем смотреть, сколько, где цена. Такая сковорода 2139 рублей. Ну, она прям широкая, удобная. Кастрюлька тоже интересно. Смотрите, такая крышка здесь. Так, это вообще что такое, кастрюлька ли это или что это, я даже не знаю. Нет, друзья, это, знаете, это пароварка. Вот основная чаша, тоже фирма Сатоши. Вот вставляется в нее вот такая кастрюлька с крышкой. В общем, такая надежная штука. 4499 рублей такая стоит. Она на 12 литров идет. Друзья, еще смотрите, какой тут гламурненький чайничек. Весь в блесках, красивый. Вот такой. Стоит он 1149 рублей. Идет на 3 литра. И скидочка вот на такие салфетки. По 55 рублей они. Бамбук 40 на 30 сантиметров. Так, это формочки для льда силиконовые, 279 рублей. И еще интересное вот здесь вот предложение. Рюкзаки для школьников. Вот такой вот универсальный рюкзак. Смотрите, какой он. Ну, это уже, конечно, не посуда, но тут все вместе лежит. Прям грех не показать. Он с кодовым замочком. Я что-то думала своему, но он, если намудрит с этим замком, то ни он, ни я не откроем.
1979 рублей такой стоит. И этот тоже по такой же цене, из этой же серии. Вот такой просто черный. Так, и вот такие вот уже подешевле. Материал попроще, не такой надежный. Вот такие вот рюкзачки. Здесь стоит 1099 рублей. Цвета здесь есть вот в ассортименте. Тут, по-моему, еще парочку осталось. Вот такая цена. И еще что хочу показать. Последнее. Вот здесь это чугунный казан от Сатоши. 30 сантиметров в диаметре. 4,4 литра. 1500 рублей сейчас стоит. Вот с крышкой. Смотрите, какой. И с двумя ручками. Очень удобный для плова, например, для какого-нибудь тушения там мяса с овощами. В общем, прикольная штука. Так, ну и много тут мелочей. Перочки, например, вот такие, 295 рублей. Здесь, конечно, можно бродить бесконечно. Очень много всего. Все, друзья, если вам было интересно, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь. Я с вами прощаюсь. Пока-пока.